Инновационное образование – фактор повышения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли страны. Тема научно-технической конференции, прошедшей в филиале Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина в Ташкенте. Организаторы поставили цель создать эффективную площадку для обмена знаниями и опытом, а также профессионального общения среди студентов и практиков. Все подробности в материале нашего корреспондента. Более 100 докладов по различным направлениям нефтегазовой отрасли представили на конференции молодые ученые и практики. 5 секций включали в себя различные направления инновационного образования. Особый интерес у участника вызвали научные разработки по таким направлениям, как интеграция образования, науки и производства, основа развития конкурентоспособных кадров для нефтегазовой отрасли, инновационные технологии разработки нефтяных и газовых месторождений, локализация и импортозамещение технологий и продуктов нефтяной и газовой промышленности. Целью проведения первой республиканской научно-практической конференции явилось участие всех отраслей акционерного общества «Узбекнефтегаз», иностранных операторов, работающих в Республике Узбекистан, части выработки единой научной тематики для дальнейшей реализации с учетом вовлечение в данный научный процесс всех студентов, обучающихся в данном филиале по направлениям их специализации. По мнению участников, нынешний форум – это еще одна возможность заявить о себе и своих научных идеях и разработках, обсудить их с учеными и практиками, познакомиться с работами своих сокурсников. Темой моего доклада является инновационные технологии эксплуатации глубинно-насосных скважин. Здесь предлагается применение нового наземного привода вместо имеющихся традиционных, при котором достигается эффективная эксплуатация наших продукций. У нас начали они применяться на месторождении Мубарик-Нефтегаз. Впоследствии анализа мы выявили эффективность использования данного привода и на других месторождениях. Настоящим событием для вуза стало и открытие новой учебно-научной лаборатории «Тренажер-имитатор бурения АМТ-231». Модель предназначена для повышения квалификации инженерного персонала буровых подразделений нефтегазодобывающих предприятий. Новый тренажер позволяет видеть скрытые от прямого наблюдения процессы, происходящие в скважине, а также станет незаменимым помощником в обучении студентов по таким специальностям, как бурение скважин, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.